господин! Пусть на них обрушится хаос! Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Велосипедр, и сегодня мы играем в игру под названием Overlord Rising Hell. Так, хорошо, давайте возьмем, значит, мем. Нет, давай лучше. Блин! Какого... Тихо! Тихо, черт! Черт, как не вовремя. Пацаны, быстрее, расправляйтесь с ними. Ни хрена, они прут и прут. Быстрее, 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 быстрее. Вот это да, конечно, я такого не ожидал. Ну ладно. Тем более, это эпично было очень. Так, хорошо, быстро, ребят, надо нам растусоваться. Давай. Сколько у меня красных? Два. Пусть будет еще два. Черт, в атаку. Так, мне надо еще три таких два и по максимуму твою. Не-не-не-не-не. Ладно. Оставим немножечко таких. Твою, смотри, что делают. Красные, синие. Берите синие, быстрее. Все. Чем вы вообще занимаетесь? Так, хорошо, быстрее, быстрее, сюда-сюда. Вот, по максимуму, давай. Отлично, всё. Синий, быстрее. Все. Так, надо убить его. Все за мной, ребят. Хозяин барин. Ура, зеленый. Давай. О, совсем другое дело. Вот отлично. Я нафармил зеленых на тихолесье там. И вроде бы все хорошо получилось. Так, ну это готов точно теперь. Так, ребят, твою, ну что же вы делаете? Давай. Разносим, разносим. Зеленых терять нельзя, ребят. Синие, ребят. Хватайте. Заступаем. Да, блин, зеленый вообще издевается просто. Синий, возьми его. Все. Теперь сюда. Быстрее, 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 быстрее. Так, отлично, отлично. Отлично. Давай. Нападайте быстрее. Так, там ничего не получится, да, я так понял? Так, ничего не получится. Так, все сюда, ребят. Зеленый, синий. Да что ж вы делаете, тупые синие, вы прихвостни. Зеленые, опять не успели. Все. Да, чего-то прихвости вообще тупят. Так, давай, быстрее сюда. Попробуем с помощью зеленого. Давай. Пацаны. Так, терпеть. Так, ребят, сюда. Да похер, баба, издеваетесь, что ли? Мне как раз нужны они. Так, ладно, надо их убить срочно. И все, уже растащили. Ладно, собираем воинство заново. Так, этих сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Этих сюда. Где они снились? Так, давай, в атаку быстрее. Так, 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 так. Синий. Хозяин барин. Где ты, добрый синий? Ты дебил. Ты упустил нашего. Все. Красный. Еще два. Так, хорошо, быстрее берем. Зеленых. И бурых. Все, быстрее за мной. Все. Сюда, 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 сюда. Ура, зеленый, зеленый. Вот так. Отлично, хорошо налетели. Все. Готов. Братан.
быстрее наших спасай. И быстрее сюда. Давай, 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 вот так. Нет, дебилы, что вы делаете вообще? Так, все. С самыми опасными разобрались. Ребят, все сюда. Красть, зеленый! Вот так. Все! Давай. И зеленый вообще красавцы у нас. Фух, затащили, наконец-то. Все, берем себе еще по максимуму зеленых. Думаю, хватит, все. Погнали. Фух. Вот это, конечно, жесть была. Нам, скорее всего, надо в середину города идти. Пойдем посмотрим. Да. В принципе, город ничем почти не изменился. Был разрушенный. Такой остался, только запаков уже нет. Ни хрена он здоровый. Эй, ты! Я тебя знаю! Это ты отнял ее у меня! Констрашно, Зон. Так. Ура, не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, смотри, что он делает назад, ребят. Ребят. Надо, значит, убить эту хрень. Смотри, окружает. Ура, зеленые! Хорошо, сейчас смотрим, что можно сделать с ним. Вот так. Ребят. Красные, зеленые. Давай. Все. Ага, ясно. Потом махает, надо его остерегаться. Мочить его, быстрее. Только очень быстро. Назад. Все назад, срочно. Играемся. Ужасно зеленые. Хозяин барин. Быстрее, 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 ребят, у меня выхода нет, надо убираться. Валим. Хорошо, фух, как хорошо получилось у меня все. Так, кан. Красные, зеленые! Так, чего-то как-то плоховато получается, а сейчас. Так, а как же будем действовать теперь? Давай еще. Налетаем, отступаем. Летаем еще. Не-не, как-то это плоховато, все слишком мало прихвостей мне будет. Так, что еще мы здесь делать? Интересно. Огнем, думаешь, его? Извините, ребята, микрофон просто трогал. Хорошо, пытаемся микрофон. То есть, какой нафиг микрофон? Все! Легко с ним посмотреть сюда. Ура, играть ты! Сюда, ребят. Ребят, сюда. Хозяин, барин. Дайте. Все! Как-то вы... О, дайте, ребят. Ура, ты! Хозяин, барин. Назад, 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 назад. Ура, ты! Ладно, давай попробуем вот так. Сейчас подойдет он. Все! Так. Ну какой-то урон идет.
конечно. Назад, ребят, назад. Эх, одного забрал. Красный, быстрее атакуйте его. Так, огнем, погнал, погнал, погнал. Вот так, огнем его. О! Ну что-то уже получается, хорошо. Ребят, вступаем. Уходим, 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 уходим. Черт, затащил, что ли? Одного убью. Ладно, мы нанесли много урона ему. Ребят, золото, зелье, все сюда, все сюда, все сюда. Так, хорошо, давай ждем его здесь. И обходим. Все. Зеленые. Многовато слишком, да? Так, давайте вместе. На тебе. А, ну, значит, надо с ним бороться полностью, да? Куда-то выходит он. Блин, у него броня, конечно, вот это жесть. Так, ладно, за ним теперь идем. Прихвости со мной. Так, куда он там пошел? А, вон туда, хорошо. Погнали за ним. Сейчас мы тебя догоним и накостыляем, понял? Ты бронепик. Ребята, 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 тащим, тащим их, тащим. Умирай. Все, ух, сколько здесь их, них ниндзя этих. Они довольно-таки сильные. Особенно эти красные ниндзя, да, конечно, красные ниндзя просто выносят всем мозги. Так, забирай, забирай. Всего золота забирай, качаемся. Ах ты, черт. Ты посмотри, сколько их там. Надо закрыть дверь, я понял. Погнали, быстрее бежим, ребят. Она моя. Он меня не остановит. Тебе меня не удержать. Быстрей. Крутите, крутите, крутите. Ребят, отступаем. Так, быстрее, сейчас затащим и уходим. Назад, ребят, назад. Вот это щи просто жесть. Так, назад, назад. Вперед, вперед. Давай, бежим. Так, ладно, теперь дальше смотрим. Значит, этих мы ставим вот сюда. Красные! Зеленые! Да? Все! Красный сюда. Входим. Теперь мы идем сюда. Красный! Зеленый! Зеленый! Ваш выход! Чего-то красный как-то не домашний ему. Так, вот другое дело. Надо его подвести вот сюда. Назад, пацаны, назад. Ура! Красный! Не-не-не-не, красный, неправильно, неправильно. Все! Все назад. Вас надо вот сюда поставить. Красный!
раньше. Зеленый! Так, зеленый быстрее. Троечка. И эти вот здесь. Вот так. Если на него взять и набежать прямо сейчас. Вот, вот сейчас. Плохо, да, получается? Может быть, получается как-то, но плохо. Так, один пошел сейчас. Будем и погнали все вместе, ребят. И погнали все вместе. Назад. Вот так, конечно, тоже эффективно. Попробуем так. Один агрит. Он дамажит, и мы погнали все вместе. Расходимся. Один агрит. Бьет. И бьем вместе. Опять отступаем. Их назад. Их назад. Их назад. Ну, как-то вот так попробуем его. А ну-ка, подожди, пацаны. А если... Если вот эту хрень сейчас использовать. Погнали! Давай. По максимуму, давай. Просто бей его. Все бьем. Назад. Так, хорошо. Вперед. Пацаны, давай. О, все, слинял. Все сокрушу. Уничтожу и тебя, и старика. И найду ее. Ну ему все хуже и хуже становится. Так, хозяин, в принципе, барин. Конечно, потратили много. Сколько у нас осталось? Таких 8, 3. Давай возьмем по максимуму таких. Возьмем красных еще штучки 3. И возьмем себе зеленых еще побольше. Будет у нас вот такая команда. Пацаны, быстренько качаемся. Несем мне хилки, все несем. Чтобы меня не убили. Вот так, все ко мне. О, наш здоровый ниндзя. Привет, ребят. Я уже про вас и забыл. Так, с этими распрощались. И теперь с этим давай. Здоровье, хилки, да-да-да-да-да. Вот это хорошо, прокачались. Ребят, с меня не уходить. Красные! Все! Вот этих я просто ненавижу. Зеленые! Пиццы просто. Все! Ни хрена он тут. Зеленые, синие. Синий быстрей. Да, двоих спасли. Так, хилка. Нет, там не хилка, там всего лишь наша мана. Это тоже собираем, ману все собираем. Все будет наше. Так, ребят, что у нас здесь есть? А в принципе, и ни хрена и нет. И зеленые уже вообще тоже кончаются. Бурых и так уже нет. Просто несем массовые потери. У нас ничего нет и никого нет. У нас все кончается. Как мы вообще способ воюем, я просто представляю, у меня все. Здесь пою. Хорошо. Идем сюда. Буры! Красный! Зеленый!
не. Зеленый. Вот так. Назад. Зеленый, быстрей. Летай. Вот так. Хорошо, хорошо. Вроде бы получается. Не-не-не, назад, бурый, это зеленые эти. Чё я вообще сделал? Не то заклятие использовал. Мы отступаем. А почему? Ой-ой-ой, нас загнали в угол. Прорываемся. Назад. Твою ж-то дивизию. Ребят, сюда. Так, выводим их. Ой-о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 й, как все плохо получается. Всем быстрее сюда. О, фух, вылезли еле-еле. Черт, он стал сильнее. Становится все яростнее и яростнее. Ура, зеленые! Давай, зеленый, вы чего тупите? Ладно, хотя бы на этого давай. Так, есть. Одного мы убили. Глазненько. Красные, бурые, синие, зеленые. Зеленые. И Сия. Еще один тоже готов. Теперь разбираемся с нашим другим мясником. Я жду, пацан. Бурые, красные, зеленые. Что ж ты делаешь? Начнем тебя здесь. Хорошо, 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 хорошо. Налетай, пацаны. Вот так. Все! Красные! Все! Пошли сюда. Сюда, все, отступаем. Так, а чтобы они сражались яростнее. Что здесь? Вот это, да? Это безумие. Сейчас попробуем. Погнали! Давай, пацаны! Просто растащите его! Когда плохо проседает. Это реально безумие. Ладно, пацаны. Все, отступаем. Отступаем. Уходи, зеленый, уходи. Ты должен умереть. Так, у нас пошла полная просадка с нашими зелеными. И где теперь брать? Вот черт. Зеленых-то больше нет вообще. А, нет, есть. Хорошо. Сейчас возьмем. Зеленые, синие, красные, все. Красный, отступай. Какого вы бы не отступили? Все, ладно, идем за зелеными. У него жизни вообще очень мало осталось. Быстрей. Так, ребят, назад. Убегайте! Назад, все назад! Не сражайтесь с ним! Уходите! Фух, черт! Вроде бы спаслись. Назад. Красные! Зеленые! Отвлекай его! Пойдем. Так.
Давай вот так попробуем. Бить его. Би-би-би-би-би-би. Так, давай попробуем так еще. Вроде бы хорошо получается. Иди сюда. Иди, агрессор. Так. И налетаем. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот мы его убьем. Спаем. Подойди сюда, ты. Вот так. Вот так. Давай, пацаны. О, налетели. О, здорово. Убили великана. Бейте, господин! Добейте его! Ты опишь, чувак, сильно, но повелитель мой намного сильнее. Вас ждут в башне. Возвращайтесь туда. Дальше. Приветствуем повелителя воплощения зла, да не тебя, настоящего повелителя. Да. Я преданный слуга зла. Я не задаю вопросов. Зло узнается по делам. С возвращением, мессир. Я вернулся. Правда, пришлось ради этого залезть в тело этого старика. Ты уже знаком с моими дочками, Елена. Я не помню его папули. Она очень помогла мне. А это Роза. С ней мы, увы, не договорились. Ни за что на свете не буду работать с сестрицей. Ты думал, я погиб, не так ли? Ты и твои дружки. Но я всего лишь ушел в тень. Залез в овечью шкуру. Буквально. Безмозглый колдун думал, что я сдался, а я вынул его душу и влез в его смертную оболочку. Скажи, коварный же план. Одна за другой они пали под моим напором. Оплоты доброты, чистоты, послушания. Надо только знать, куда надо бить. Ну, а что до тебя? Ты пал, и друзья бросили тебя, погнавшись за славой. Я дал тебе второй шанс, другой путь. Ты оказался полезен, но теперь я тебя увольняю. Свита! Хозяин! Хозяин! Остальными ты уже разберешься. Я не...
какая-то хрень вообще происходит, у меня ничего недоступно. Так, сердце башни. Ладно, погнали. Где у нас сердце башни? А, вот здесь, точно. Ха, да, конечно, вернулся повелитель старый. Меня сверг. Но это ненадолго. Ни хрена она ко мне подняла. Дурыга сломала сердце башни. Всегда была умнее других. Жаль, что ты отказалась от моей дружбы. Ну да ладно. Я заберу твою энергию и восстановлю сердце. Свита! Ах ты чёрт, смотрите, это уже все, это уже не наша свита, это уже злая свита. Их надо убивать, здесь вот есть и красные, буры. И я остался один повелитель, меня все предали. Какие-то они уже не такие классные, как у меня были, конечно. Чёрт, как скинуть? Чего, совсем отменили, что ли? Серьёзно, вот это, конечно, не цеплялись, чёрт. Пошел вон. Ты мог быть героем. А теперь посмотри на себя. Кажется, я ослабила сердце башни. Не медлите. Убейте его сейчас. И зовите свиту. Тогда у вас появится шанс. О, в комнате полно жуков. Я раздавила несколько штук. Всего лишь легкая закуска под хорошую драчку. Все заклинания на месте? Типа я восстановился? Так, а свита где моя? Ну, видимо, нам сейчас все покажут. Хорошо. О! Хозяин! Эх ты, голенький мой маленький. Эй! А, нет, здесь не голенький. Здесь хороший. Хорошо, пошли, хозяин. Так, нам... Куда надо идти? Где-то здесь была такая дырка в стенке. Надо мне, скорее всего, найти сейчас. Вы были сейчас неплохим повелителем. Я буду скучать. Вот он, блин, предатель долбан. Ну ничего, скоро ты будешь меня опять прислушивать. О, так. Тебе понравилось убивать старых друзей? Помнишь, как они просили тебя помирать? Башня помнит, но впитала их слова. Слова предательства. Слушай. Он разбился? Ну да, кто же переживет такой удар? Он сражался с нами. Может, он еще жив. Нет, пора идти. Собираем все, что можем, и уходим. Мы победили зло. Он заслужил поклон. Оставим. А потом свита нашла тебя. Подняла на ноги и сделала моим преемником. Синие, бурые! Так, вы же не сможете, да? Нет. Ну ладно, значит не сможете. Хорошо. Значит, нам надо искать этих красных прихвостей, потом только сможем. Блин, сколько здесь лута, вот это да. Так. Красный. Пока что у меня мало прихвостей, хотя, даже не знаю, у меня было больше. У меня было 0, даже уже не помню. Если 0, тогда все, мне тогда уже есть, просто как не повезло. О, опять они, черт, смотри. Прихвостни против прихвостни. Это, конечно, охренеть. Так, ребят, все берем, вступаем. Так, еще прихвостни, черт. Ребят, тащим, у меня не прокачаны. Так вообще.
финик чоп на них. Здесь мы давай все собираем. Давай, 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 собирай, собирай. Там, смотри, хилка есть. Подключите мне. Нет, ну ладно. О! Вот что я нашел, отлично. Так, и теперь очень кое-что странно, как я смогу взять эту фигню, что мне нужно 10, если у меня вообще всего лишь 6. Блин. Вот это невезуха. И что, я ничего сделать не смогу? Я запорол игру. Охренеть. А, не-не, все нормально. Вот здесь еще есть, можно подкачаться немного, если тебе не хватает. Ну ладно, хотя бы так. Хотя бы что-то дали. Уже вообще офигенно. Так, и теперь мне хватает, да. Все, идем. Хотя бы разработчики подумали, что есть такие дебилы, как я, которые могут всех прихвостней просрать и с нуля начинать играть здесь. Сколько здесь прихвостней испорченных этих, охренеть. Ребят, так. И где-то здесь это была фигня. А, вот, отлично. Берем. Пока что еще не берем. Здесь вот еще красные появились. Давай. А, я же вызвать забыл их. Красные! Что, что за фигня такая? Так, вот я его схватил, и мы уже тащим. Давайте, пацаны, потащили. Набрал себе еще 3 прихвостней. Тихо, кидай. Кидай. В атаку. Все вперед, вперед, вперед. Черт, одного убили. Ничего, тащим, 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 тащим. Пацаны, не сдаемся. Мы у нас прокачанные. Кого убили хотя бы? Блин, слабо убили. Бери. Все, ребят, за мной. Все за мной. Мы не сдаемся, мы должны сражаться. Отпускай. Все сюда. И принимаем битву. Давай! Прихвостни против прихвостни, вот это да. Убираем, дальше тащим. Должно быть, что здесь тут-то нет, так мы сейчас прокачались мы. Ну нифига, ничего не получается. Так, мы оттащили еще себе это гнездо красных. Теперь мы можем управлять красными. Все! Берем красных. Где-то вот так. Даже слишком много. Ладно, давайте немножечко ставим. Вот так. Все. Погнали, пацаны. Теперь надо взять еще нам. Сколько у меня? 7. Там нужно 10, ясно. Значит, надо взять еще. Все. Хозяин, барин. Теперь нам нужно собрать наше гнездо. Убивай, 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 убивай. Еще подкопили прихвостни. Давай. Теперь у меня есть огненная поддержка. Ура, зеленые, синие, ура, красные. Красный, давай. Сюда тащите. Эту фигню сейчас откроем. Поставь твою-то дивизию. Как я их вообще не заметил? Да черт! Моих красных перерубили. Черт, ребят, сюда, быстрее. Вот это да, конечно, как мы их размочили. Это... А, можно взять, да. Ну, чтобы это взять, надо открыть нам еще фигню там. Потому что только красные могут ее открыть. Да, чего-то сегодня с утра я как-то туплю очень сильно. Скорее всего, из-за того, что это ультра. Так, опять я набрал слишком много, да? Все, ребят, давай. Все!
Да, так что вот так я и туплю. Очень-очень жестоко. Нахрен вас всех, нахрен. Так, ребят, вытащите. Еще одного. Все, пусть тащат. А мы разберемся здесь. Или попробуем разобраться. Ну, вроде бы получилось. Ребята, ребят, смотри, сколько их здесь. Так, теперь у нас есть синие. Открывайте дверь. Или возьмем синих еще. Смотри, что делает. Там есть проход. Все, идем за синими. И тогда уже начнем дальше. Так, идем дальше. Я там вижу своих синих. То есть синих, а души синих. Здесь можно их нафармить. Давай, пацаны. О, класс. И там идут уже зеленые. Такое чувство, как будто нам показывают все локации, которые мы с вами прошли. Зеленые, синие. Так, здесь надо осторожно пройти. Ух ты, черт. Так, конечно, зеленые — это офигенная тема. Если бы они у нас были. Ребят, быстрее. Мы ищем зеленых. Это можно повернуть. Проворачивайте. И можно еще там открыть. Так, сразу же откроем. Чтобы потом уж не открывать. Давай, пацаны, помогайте. Открывай. Мои маленькие саламандры. Все, пошли. Теперь надо искать нам вообще эту зеленую хрень. Там прям потом. Так, можно еще сходить туда, направо. Ай, бросьте его. Так, вот оно. Украсть зеленый! Синие! Давай, Юта, дивизию. Блин, вы издеваетесь, что ли? Да, опять я не подумал. Хорошо, возвращаемся. Надеюсь, мне хватит вообще приехать с ней. Так, вот это да, там неожиданный поворот. Ребят, все назад. Черт. Это, конечно, очень плохо получилось. Еще одного мы убили. Эх, как же. Быстрее, синий. Черт. Эх, не успели. Да ладно, вы издеваетесь. Опять возвращаться. Эх, вы чертовы скотины. Ну, неужели? Так, пацаны. О, здесь вылезли. Тащим. Понятно. Быстрее. Надо опередить их. Все сюда. Смотри, что там. О, так. Тащи. Теперь сюда. И здесь тоже расправляемся. Так, быстренько. Все. Вот это классно получилось. Носи, и тогда все. Всех прихвостей мы собрали воедино опять. Это самое главное. Да, гнезда опять есть. Так, что мы оставим? Оставим мы. Давай, значит. Это его люди тогда похитили меня прямо из замка. Он хотел, а ну-ка, чтобы я встала на его сторону. Сколько? Таких два. Значит, мы их тоже сейчас оставим немножечко. Если вы его убьете, я приму вас обратно. А, то есть буду. Слушайте. Здесь 8. Так, берем встречных таких. Должен сказать, вы удивили. Этот ремонт в башне.
мы видим лорд-дизайнера, да? Так, все, идем дальше. Раз мы набрали кучу зеленых, они нам пригодятся. Ребят, давайте тащить. Растащим всех. Бочку нахрен. На, бочка. Так, зеленый сейчас все. Ура, только два. Все. Так, вот ура, так, зеленые. Так. Ребят, ребят, давай. Все. Получилось, хорошо. Теперь ломаем. А, надо просто подвинуть. Думал, сломаем. О-о-о. Добро всегда хочет прославиться. Оно так предсказуемо. И ты тоже. Так, что будем делать? Уры! Хозяин барит! Так, ничего не понятно. Пойдем смотреть. Ура! Мрет, интересно. Ну, ты их не можешь вообще. Так, 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 они горят. Ой-ой-ой-ой. Синие! Синие, быстрее. Все! Подхили его. Вот это он, конечно. А, все, теперь вспомнил, да. Так, давай, зеленые. Вот так, вот так, вот так, вот так. Давай, 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 давай. О, теперь понятно, вспоминаю теперь. Вступаем. Больно видеть, как уходит твою любовника. Есть ли смысла жить? Нет. Остается лишь сойти с ума. Ого, он тут. Забирай все золото, сколько пожелаешь. Дебил, что ли? Как он так примочил всех? Вот это, блин, жесть. Кружили? Ох ты, черт возьми. Смотри, сколько их здесь, давай. Вот это да. Пацаны. Ну тебе нахрен. Пока прокатится здесь. Сюда. Пацаны, сюда. Короли! Блин, ну чего вы так орёте, дебилы? О! Так, все вперед. Все вперед, все, 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 все. Давай вот так. О! Хорошо, пошли. Давай, 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 давай. Вот, 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 почти. Так, ребята, уходим. Подожди, я подумал, может, другое. Ой, это мало, снова осталось. Так, подожди. А, все, 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 все. Ну окей. Зеленые. Вперед! Вот, все, ему уже есть как больно сейчас будет. Защищаем зеленых, давай. Вперед! Налетай! Добро и не подозревает, как на самом деле близко оно к злу. Ты повержен, старый победитель. Сейчас я отсеку тебе голову. Давай. Прощай!
прощай навсегда. Бах. Итак, злой повелитель победил другого злого повелителя. Наступило заключение. Его царство росло. Зло стало неотъемлемой частью жизни. Злобность 9%. Вообще маловато. Ну, в принципе, я на это и рассчитывал. Hell, моя любимая игра. В Румарийской пустыне искрится энергии зла. О, притемнейший. Вот так мы и прошли. Теперь нам нужно проходить Rising Hell. В принципе, дополнение. Вот у нас здесь есть дополнение Rising Hell. Здесь мы найдем всякую фигню. Ну ладно, ребят. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Возможно, будет продолжение, но я пока что даже не знаю.